Капец. Я еще никто так в жизни не смотрел. Привыкаем, неизбежно с тобой еще не такое. Да пошел ты! Иду. Стой! Стой, говорю! Подожди. Что еще? Ну, а о чем ты тогда сейчас думаешь? Ну, в смысле, про что, если не по этому адресу? Про будущее. Ого, и как будет? Заебатая. Да блин, про себя все так говорят. А ты уверен, что если ты сейчас уйдешь, то ты все правильно сделаешь? Да я же не только про свое будущее думаю, я про все человечество. Блин, так-то очень интересно, может, расскажешь все-таки. Но я ведь тоже буду там жить, я ведь человечество. Слушай, я группу в сети создал, можешь поискать, там все есть. Не, я в сетях не зависаю, я за живое общение. Тебе бы лучше к Игорю готовиться. Да блин, я не тупая, я так все сдам. Так что, будешь рассказывать или нет? Или я пошла тогда? Иди. Капец. Кошмар какой-то вокруг. Одни козлы, блин. Нет, я думала, один нормальный. Не такой, как все, сам, блин, как все. Я не понимаю, ты что, друзей, что ли, добавилась? Я думаю, что ты больной, с головкой не дружишь. Я еще... Лиза! Ну что? Вообще, тут недавно манифест набросал. Не знаю, как вообще получилось. Я могу тебе почитать эту ножку. Так где слушать? Ты здесь, что ли? Да я не в принципе. А где? Тебе или ко мне? Нет, давай тебе еще не будет. Можно ко мне. Ну, погнали.